больше 75, неправильно, более чем на 75 языков мира он переведен. И я как раз ехал сюда и сомневался, что-то я не помню, а на эстонский язык видел, я не видел. Ко мне подошел вчера человек. В Таллине, в Эстонии. Да, он хочет издать книгу переводов Высоцкого. Он пришел вместе с издателем, примерно 200 произведений Высоцкого он перевел и адаптировал. Вообще на 75 языков и на 50 вышли книги, вот собранием сочинений. Причем там среди этих языков там сложнейшие языки, там венгерский, например, там финский, китайский, японский. Понятно, что там практически все европейские и все языки вот, бывшего Советского Союза, он, ну, не думаю, что он как бы вот такой прорыв по смерти осуществит на другие континенты и в другие культуры, но в нем, конечно, запасы энергии, вот это она была, то есть вполне могло бы быть.